август месяц, будний день. Вроде так подъезжаешь, глазами смотришь, вроде как бы нет народу. Идешь по реке, тут, там, там, с берега, тут, думаешь, ё-моё, тут занято, там занято. И думаю, что делать? А делать будем вот что. Сегодня попытаюсь, скрипя зубами, прям так, ловить там. Ну, где бы я, наверное, не сказал бы, что никогда не ловил, ну где бы я бы не ловил. Попробовать, может, попробовал, но ловить бы прям вот не ловил. Ну, не катит меня это место. Раз такая петрушка, народу хватает. Будем вставать туда, куда нам не нравится. Всем привет! Сегодня АК. Я собираюсь. Будем кидать. Погода хорошая. Ветер только холодный. Обещаю где-то днем 25. Что-то даже не видел, куда она приземлилась. Понятия не имею, с каких весов начинать. Пока 0,75. Что-то быстро приманка. К лодке подошла, забыл, как слово называется. Но 75, возможно, маловато. Да. Еще разок и, наверное, следующий полетит в воду полторашка. Время не раннее, уже 8 утра. О, кто там? В толщик отсхватил. Кто там? И здесь вы, ребята. Ну, полетел полторашка. Ветер немножко не очень, но ну и ладно. Что там у нас полторашка-то? О, полторашка нормально. Да, все в порядке. Подвисание. Ну, рыб неплохой, хотел сказать, нехороший. Кто там? Ну и ладно. Окунь. Окунь. Нехороший рыб, убежал. Приманку-то быстро как разбил. Хорошенький. 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 Подвис. Как-то он без тычка, без ничего. Такой, оп, сидит.
Погода такая, к солнцу поворачиваешься лицом, жарище. Спиной поворачиваешься, холодно. Ага. Тоже хороший. Талан тебе. Тоже не очень хорошо сидит, конечно. Но рыб ништяковый. Может, он неудобный. Я ловлю против течения. Не успевает засекаться. Так-то хорош. Давай. Красавчик. Беги. Спасибо тебе. Ух ты. Блин, ну какой хороший. Чистенький весь. Дядь Саш у нас таких любит. Тройник. Снова в этом месте. Там клюет сегодня. Непонятно. Это опять подвисание такое. Еле сидит. Хорош. Угу. Давай. Тихо, тихо. Попробуем немного сместиться. Ух ты, блин, нифига себе. Затянуло.
сама привлекаем, да? А он там своими усами у виска крутит, скажет, совсем что. Так, не буду заводить мотор. Далеко уходить не будем. Да лишний раз рыбу не нервировать. Тем более по течению пойдем быстро. Еще ветер нам то, что нужно. Здорово. Какой, а? Судачок. Давай. Далеко, далеко. Клюнул он, клюнул он. Привет. А где взрослые? Скажи, аж чем я тебе не взрослый-то? А, давай, давай. Что-то не крупное, что-то совсем не крупное. Полосатик. Привет, полосатик. Здесь, видимо, вы не крупные. Что-то мне подсказывает, что здесь надо уменьшиться. В размере приманки и весе. В общем, ставим мормых на застежке. Получается нанорик. И поехали. Да, полет, конечно, не очень. Ну ладно, сейчас разберемся. И слаг. Маленький. 3 сантиметра. Тоненький. Ага. Ага. Понятно. Есть. Самоцеп сразу прям в лодку. И на кукан. Хорошо. Еще разок. Поплавнее такой заброс. А дальше полетит. Ветер чуть-чуть поднялся. Ну, ничего. Я вам скажу, это просто немерено. Живые, причем не пустые. Маленький веса, не крупный рыб. Но так бывает не всегда. Ага. Что же интересней?
называется, стоило включить мозг. И пошло дело. На данный момент это была смена веса и размер приманки. И крючка, соответственно. Перешли с 8 на 12. Да и хороший. Что-то мне подсказывает, пора перемещаться. Не крупный поклевывает, но надо поискать что-то поинтереснее. Пойдем на ту сторону. Клюнул и навстречу. Ох ты какой! Долго мы с тобой. Хороший. А? Какой бойкий! Ух ты, блин. Вот это да. Что-то такое ощущение, как будто вот тут тоже боднул. Ну-ка. Ну. Кто мог боднуть только? Щука. Не крупная была. Смотри, такая подтяжка. О! Сначала поклевка есть, потом такая подтяжка. Потом раз и все, легко. Подержала, наверное, в зубах беднягу. Как показывает практика, у рыбы к 12 часам начинается перерыв. Заканчивается он только уже после 3-4.
Думаю, о чем мне тут сидеть. Пора и мне заканчивать. Признаюсь честно, половить в том месте, от которого аж вот так вот колбасит, у меня получилось только в одном. На более меня не хватило. Дальше я просто шел на малом ходу, глазами искал место, ну, более-менее, которое понравится, подходил, якорился и обкидывал. Сегодня по времени я уделил не очень много путешествий по воде, где-то часа 4 всего навсего. Ну и половил, в принципе, нормально, неплохо. Можно походить, поискать, повымучивать весь день. Что-то можно еще и поймать, а может что-то еще неплохое. Но как-то я себя не готов настолько замучить, чтобы к вечеру приехать вот так вот и упасть в кровать, и несколько дней восстанавливаться. Ну нет у меня никакого желания там ездить. И то до этого мы выезжали с Мишей 7 часов на воде. Я потом 2 дня восстанавливался после этого. Это просто ужас какой-то. Сейчас еще жарища, ветер стих, шпарит нормально. GoPro снимала в сильном разрешении, в большом разрешении. И написано, я перегрелся, я больше не могу. Пришлось все на минималку поставить. Иначе все, привет. Солнце жарит. А к обеду сейчас еще сильно разогреет. Я вам скажу, что солнце бывает настолько жарит, что вот это вот не справляется. Может уже и все, как бы, хана, ну не знаю. Жарко все равно. Ну ладно, буду я сворачиваться, на сегодня заканчивать. Всем привет, передаю огромный. И тут же прощаюсь. Пока.